В Чебоксарах стартовало первенство Поволжья по самбо. Сегодня определили имена первых победителей в 7 весовых категориях. Побороться за медали в Чебоксары приехали более 300 самбистов из 14 регионов округа. За 3 дня здесь разыграют 20 комплектов наград в 10 весовых категориях среди юношей и девушек. По правилам соревнований, чтобы одержать победу, необходимо набрать максимальное количество баллов за 4 минуты. За места на пьедестале почета борются более 40 воспитанников чувашской школы самбо. Я получаю опыт, хочу попасть на первенство мира, которое будет проходить в Ижевске. Я оказался в Ижевске чуть сильнее. Ну, все свои коронные приемы попробовал сделал. На 4 балла уронил. По итогам турнира Федерации самбо сформируют сборную для всероссийских и международных соревнований. Есть неплохие ребята, у нас есть хорошие ребята из Нижегородской области, из Самары есть хорошие ребята, из Башкирии. Поэтому достойных ребят очень много. Здесь будет на международный турнир «Победа», который будет 5-9 мая в Санкт-Петербурге. Это очень хороший турнир. Для ребят они будут встречаться с ветеранами войны, они съездят на захоронение, которые... Ну и тут и воспитательный такой момент. 30 и 31 марта будут разыграны медали в 13 весовых категориях.